Добро пожаловать в Skybar в Санкт-Петербурге. Можно я сяду рядом? Конечно. Что не будет выпить? Что вы хотите выпить? У вас есть белое вино? У нас нет белого вина. У вас есть красное вино? Нет. Невероятно. Как так бывает не вина? А шампанское у вас есть? Да, конечно. Как так шампанское есть, а вина нет? Игра. У вас его нет. Ужасный день. Я потеряла багаж. Мой дружок со мной не разговаривает. И я опаздываю на встречу в Москве из-за отсрочки рейса. Да, и к тому же ничего видеть. Его... Извините. Но пиво только сейчас кончилось. Медицинский спирт? Да. Что это? Надеюсь, ты более вес ярчая, чем сын Ивана Грозного. Ладно. Похоже, что выпить у вас ничего. Может, даже и воды нет. У вас какие-нибудь бутерброды и есть? Я очень хочу есть. Мне нравится черный хлеб, мясо, сыр, ракфор и овощи. Бутерброды? Нет. Мы суп. У нас нет такого супа. Пожалуйста. Конечно. Сейчас? Да, сейчас. Один стакан, правда, сейчас. Надоюсь, он не идет. Что ты здесь делаешь? Я должна взять в Москву. Дорогу встречу. Рейс задержан. Это не имеет значения, так как я попала в обычный день. И не могу приклеивать речку в твоей отместке. Потому я тянем мне сейчас. На чемодан было что-то важное. Один костюм, две рубашки, пять пар носков, трое платья, зубная щетка, полное платье все и мои дорогие часы. Не повезло. Я иду в Санкт-Петербург посмотреть на Александру Невскую лавру. Там находится гробница Александра Невского. Александр Невский был очень умный и храбрый и победил тевтонских рыцарей. Кроме того, я собираюсь прочитать лекцию в Петербургском университете. А моя семья поехала отдыхать на Черное море. На крайнем мере, Бейжина с тобой разговаривает. А почему твоя друзок не разговаривает с тобой? Чем ты его разъезжил? Я, конечно, не Федор Павлович, ты мне не святой. Ты имеешь в виду Карамазова? В этом твоя проблема. Ты читаешь слишком много русской литературы.
А що вони не роблять? А як можна і бабляти? І люди ці пукати можна. Що таке уродливі? Ні, вони з дітей, а так взагалі красиві. Інтересно. А де ваш, наш офісант? Я здесь. Проблеми з возлюбленою? Бо не маю. На прошу неділя я прийшов домой. А там сидить парень, Кевін. Оказалось, що моя жена здала квартиру Кевіну. Не оказав мені об этом. І о том, що вона уходить від мене. Діти увидав тільки вчора в парку. Вони грали в футбол і попали м'ячем мені в лицо. Кажется, они тебя не очень любят. Ну, неважно. Один стакан. Стакан? Один стакан? Похож на Каролину. Один стакан? Один на двоих? Как не могу два человека пить из одного стакана? По очереди. Правда? Все нормально. Тебе это нужно больше. Спасибо, друг. Наверное, ты прав. Давай встретимся, например. Сними мне 534. Что за чертовщина? Ты что, идиот? Нет, я лингвист, профессор. Я ненавижу мою работу. Я здесь подрабатываю. Аптечки. Только бутылка, иначе все равно выпают. Забудь, это очень неимоцное чувство.